Каждый ребенок любит пошалить, и согласитесь, что даже самых послушных детей наказывали родители. И чтобы наказание приносило только пользу малышу, оно должно быть правильным. Самое первое правило – родитель должен наказать ребенка сразу после того, как малыш напроказничал. Если ребенок, допустим, ударил мальчика в песочнице лопаткой по голове, то нужно его сразу взять за руку и отвезти домой. Даже можно и не говорить, а потом сказать, да, когда ребенок успокоится, уже объяснить. То есть сразу на момент. Потому что если мы скажем ребенку, что я приду домой, я тебя накажу за это действие, для ребенка это ничего не понятно, потому что у него временные границы не обозначены, и он не понимает этого. Многие родители наказывают своих детей за разбросанные игрушки. Но психологи не советуют родителям заставлять малыша делать тяжелую работу, которая ему не под силу. Даже если он сам разбросал игрушки и не хочет собирать их, помогите ему. И очень важно помнить, что наказание не должно быть длительным. Если это там ребенок 3-5 лет, для которого очень важны мультики, там какие-то интересные, может, передачи, которые он очень любит, и ребенок что-то сделал, провинился, да, допустим, там не сделал что-то, что сказала мама, не послушал ее правил и как бы так сделал не тот поступок, и мама говорит, что я тебе, допустим, неделю не разрешу смотреть телевизор. Это неправильно, потому что у ребенка уже будет ощущение вот такой вот злости, гнева на родителя, и эффекта не будет. Я сегодня тебе запрещаю смотреть мультики, допустим, либо телевизор, это будет более конструктивно для ребенка. Тогда он делает выводы. И, кстати, наказание лучше применять в самый последний момент. Вначале попробуйте предупредить ребенка, и на третий раз можете применять наказание. И тут многие родители вместо того, чтобы применить наказание, начинают запугивать малыша. Так он быстрее исправляется и начинает слушаться. Но делать этого нежелательно. Вот очень часто наши родители, допустим, там на улице капризничает ребенок там, или после садика, они говорят, я там сейчас придет бабайка, или я тебе дам сейчас дядьке какому-то, тут проходит дядя, там. Этого нельзя делать, потому что мама реально ребенка не отдаст, да, и ребенок формирует такое понимание, что мама говорит неправду, и мама может иногда говорить не то, что сделает. И поэтому лучше этого вообще вот эти слова выкинуть из своего лексикона и не прибегать к ним никогда. Самый лучший вариант для шалунов и проказников – это отправить его в отдельную комнату или территорию, где он сможет остаться один. Но не отправляйте его в пространство, где он любит находиться и где много игрушек. Тогда наказание превратится в развлечение, и у малыша вряд ли будет время подумать о своем проступке. Психологи не рекомендуют ставить детей в угол, лучше посадить его на стул. И, кстати, время наказания должно соответствовать возрасту. Если малышу 4 года, то на стульчике сидит он ровно 4 минуты. Если у вас очень близкая эмоциональная связь с ребенком, то игнорирование для него будет очень эффективным наказанием. Но тут очень важно не перестараться. Изолировать ваше общение можно не больше нескольких минут. И помните, что наказание должно применяться сразу после непослушания.